Перед нами перочинный нож старого образца, использовавшийся в вооруженных силах Германии. Его изготавливает известная немецкая фирма Miltec. Нож состоит из основного лезвия, пилки, на конце которой есть открывашка для бутылок, шила и штопора. Нож изготавливают из нержавеющей стали. Щечки изготовлены из пластика оливкового цвета. На щечках нанесен герб Бундесвера. Нож поставляется в чехле из ПВХ. Такой нож будет интересным подарком для туристов, рыболовов и охотников.